Тема, здесь лотосы растут, смотрите, настоящие лотосы на Дальнем Востоке. Мы по дороге, кстати, ездили, тоже были озера, где лотосы растут. Вот на Дальнем Востоке есть вот такие лотосы. Ева, трогать их нельзя, а то они испортятся. Короче, вот, как вам сравнить, он, короче, с человеческую голову цветок вот такой. Здесь утки на прудах плавают, здесь вот мужики рыбу ловят. А вот там тоже есть пруд, там купаться можно, есть... бассейн с подогревом даже. Вот настоящие лотосы, смотрите, елки-палки. Вот такая тема.